Всем привет! Меня зовут Ольга. Я живу в Черногории в Баре. Сейчас вернулась с похода. У меня здесь приятельница. Мы с ней познакомились, так интересно. В прошлом году в поход вместе пошли и там встретились. И познакомились. И она в то время жила в Будве. А сейчас она живет в Баре, переехала. И мы с ней теперь вот в поход опять вместе пошли. И вообще я теперь решила, что у меня нашелся наконец человек, с кем я буду всегда ходить в походы, потому что она так любительница, любит это все, и я люблю. Но одной как бы немножечко всегда опасно. Где-то если далеко едешь, опасно. В компании веселее. Поэтому сейчас вам вставлю эпизоды из нашего похода. Природа, горы, речка. Поэтому наслаждайтесь вместе со мной походом. И всем заранее говорю пока-пока. Всех люблю, целую, обнимаю. Я вспомнила, мы когда сюда пешком дошли, уже было темно. И мы водопад слышим, но не видим, уже было темно. А сейчас вот его видно. А еще есть где-то водопад, там на качельках вот так можно. Угу. Где-то тут, не знаю где. Может, где-то выше? Пошли. Ты видишь, да? А вот, вы смотрите, вот этот дорогичек, если туда и направо попробуем. Давай. Ну, вот эти деревья. Все равно фотоаппарат, конечно, не отражает. Болеши, конечно, великая штука. Да. Я помню, ребра поломал, больницу отвезли, укол сделали и ничего. Машина все поехала, а на следующий день, вау. Ничего себе. Все отошел. Ага. А так ничего не болит, все легко. Я в белых кроссовках. Пить хочу. Дальше, да? Да и там осталось, сказала. Болит. А, все? Спина болит все. Ну да. И такое же оно обезболивающее. Не волшебное. Да.
ладно, для начала да. Хотя бы это. Ниагара, да, да, да. На для начала хотя бы это. А, можно к воде подойти, да. Сейчас попьем водичку. Хорошо. Мы нашли крапиву в борщ. Собираем. Да. Оля, а мясо офигенно. В борщ класть? Конечно. О! Какой борщ без мяса? Да. А что, Володя, будем на подножном корму тут в Черногории? Да. Что это? Это ценный продукт, да, ценный считается. Продукт. Давай, вот так. Хороший такой веночек. О, не веночек, а этот букетик. Не жгет через платочек? Ничего. А, как красиво. Угу. С весной, с весной. Красотень. Пошла. Скажи, да? Сейчас и выздоровеешь. Все эти пешеходы, два мужика. Вот этот мужик туда пошел, куда надо, куда не вернуть. Надо было все-таки дальше пальчик. Проехать. Не забудь мне магазин показать, мне мужу очень срочно.